Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередная прокачка имб забытого героя. Ну, возможно, когда-то он будет востребован, и это у нас будет Суккуб. Такой вот герой. Ну что я могу сказать? Герой старенький, не совсем понятный, не совсем нужный, но как обычно нам нужно его прокачать, чтобы получить очки в судьбе, плюс поднять силу. В общем, такое вот. Жизни, как видите, вообще очень мало. Мы там за просвет и за остальное получаем намного больше. Наносит урон 44% от максимальной жизни. То есть вы прикидываете, да, сколько это. Также уменьшает атаку на 44 на 8 секунд. Кулдауна нет, соответственно, если будет быстрый набор энергии, она все время будет наносить офигенный урон. Как бы повелитель бури — это прототип усовершенствованный, намного круче. В общем, вот так вот. Ну, повелитель бури и Суккуб — это совсем разные, скажем так, герои. Совсем это старенький, то новый, там все усовершенствовано. Тут вообще ничего, скажем так, интересного нет. Ну, кроме сисек и все. То есть вот так вот. Ладненько, поехали. Качаем героя. Сделаем ему аугментацию. И потестируем где-то, где сможем. Так, окей, поехали. Улучшаем снаряжение. Так, сделали мы аугментацию. Поехали. Ловить пятерку сюда. 4-5. Вот тут для силы стоит. Так, тут так. Сейчас посмотрим, у кого там четверка стоит. Кому на атаку неплохо будет собрать. А так, по сути. Ну, давайте тут. Так, опять 4-5. Ничего не 5-5. Так, ну это не то. 20. Это все есть, надо пятерку ждать. Блин, победные четверки просто. Жесть, сколько их падает. Да дайте уже пятерку какую-то интересную. Пиромах четвертый не нужен. Пятерка там плеер. Так, что-то у меня еще немножко скоро будем качать нового героя. Это Бугимена, я его уже наконец-то выбил. Так, ну что, давайте соберем на атаку, думаю. Можно было, в принципе, и четверку сюда втыкнуть. Что-то я не подумал. Все равно будем на атаку собирать. Так, это пятерку ослепления кому-то поставим. Кому-то интересному. Ну, дерево смысла, в принципе, нет. Так, Дрейк. Собирал я как-то у себя ослепление на своем аккаунте. Основным героем, ну, честно говоря, не особо мне что-то зашло. Четвертая опять.
пятерку, конечно. Ну, давайте попробуем все-таки что-то на атаку. Возможно, получится у нас пятое. Ладно, фиг с ним. Пусть будет тамплиер. Ехали на роли. Пока для этого героя созвездия. И потестируем где-то, я не знаю, на арене, возможно, потестим. На подземке. Ну, вариантов для теста не очень много, потому что герой слабенький. И будет очень быстро шататься. Ну, уклонение, конечно, оставим. Вдруг это будет имба у нас. С уклоном. Атака, атака. Ну, атака это не то. Надо крит, крит урон. Крит урон есть. Теперь там крита бы еще. Хотя, возможно, это нам и не понадобится вообще. Мы просто тупо сольемся. Не добежал. Так, крит. Отличненько. Точность. Крит сопротивления мне не надо. Крит сопротивления нет. Честно говоря, даже нету смысла заморачиваться. Словили пятерки и побежали. Все равно пока герой будет просто палиться в алтаре. Уклонение. Ну ладно, оставим. Ну, крит еще один подъехал. Отличненько. Теперь нам надо словить пятерку. Ну вот вообще огонь. Вот так вот. Так, отлично, есть. Сделали мы это, ставим минуса. Быстренько. Фармим золотце. И тестируем этого героя. И опять же, я вам много в тестах не покажу, потому что герой нафиг просто не нужен. Не вливайте в него ресурсы, оно того даже не стоит. Да-да-да. На 12-м у героя добавляется там еще, по-моему, понижение от хила. Ну, в принципе, так вроде как бы и интересно, но опять же, герой не выживет. Возможно, там раз скилл включит свой, но не более того. Так, отлично. Зачем я это делаю? Ладно. Все равно все вернется. Так, отлично. Поехали. Финишная прямая у нас.
Ну, уже идем к следующему титулу. 450 тысяч. Сейчас, думаю, еще подкачаю гарнизонных героев. Докачаю их. Можно будет идти уже качать судьбу. Так, окей. Поехали. Блин, где все раз-то с золотом? Так, отличненько. Поехали. Относится, как видите, к фракции светлых. В принципе, по криту тут не особо. Так, окей. Вот такая вот сборочка, что мы имеем. 106 тысяч жизней, как видите, вообще просто печально все. За 164 бонусом атаки тоже там около 9000. Ну, поехали. Потестим ее, я не знаю, даже давайте на арену пойдем. Возможно, сейчас посмотрим, как она там камень разобьет, если получится. Ее быстрее не ушатают. Хотя, в принципе, тут такие герои сейчас, что не особо должны ее шатать. Главное, чтобы у нее энергию не отняли. Так, вот она, поехали. Да, тут, конечно, даже бить не надо. Ну, смотрится, конечно, как видите, скорость атаки вообще очень маленькая. Ну, тут разбило, конечно, круто. Поехали тут. Скорость бега, смотрите, там уже призрачный бог грома прибежал. Так, ну смотрим. Ну так ничего, конечно, бьет плеткой. Вот тут наверное быстрее нас раздадут. Да. Не вариант. Один на один тоже ее сейчас просто сметут. Ну, бьет скиллом 44% от жизни. Ну, хранителя слили, ничего себе. Это, конечно, показатель. Побежали на подземке. На подземках, думаю, будет поинтереснее сейчас все. Так, там ангел стоит. Давайте поставим сюда вот так Рудольфа. Так, подземка, эксперт. Вот интересно было бы добежать. Так, махию я не взял. Ладно, пока так, сбегаем. Давайте ворожая. Помощь. Так.
Так, ну кто кого смерть ушатала. Так, вот тут вот сейчас самое интересное у нас будет. Ну, что-то я не вижу там особо. Ого, нифига себе. Вот это уже было круто. Ну-ка, давайте, знаете, что сделаем? Ну, конечно, я сейчас лучше этого не делать, но мы это сделаем. Поставим тут тыковку. Или купидона. Не, давайте все-таки тыковку. Тыковка даст разгон. Вот такой вот вариант. И возьмем магию. Сейчас, по идее, должен быть вообще просто разрыв. Пробуем изначально так. Плюс ворожай. Я надеюсь, ее тут сейчас не ушатают так быстро. Так, отлично, мессы пошли, смотрим. Да давай, бей уже той плеткой. 4,7. Ну, такое себе, я бы не сказал, что очень там мега круто. Такс, окей. Ну, давайте еще разок. Только с тыковкой уже попробуем сейчас ее разогнать и посмотреть на это все действие. Так, суккуб, тыква. Ну и ворожая придется все-таки кинуть. Так, смотрим. Вы потом скажете, какой там урон был. Я, честно говоря, не могу все увидеть. Но, по-моему, бешеный урон. Тут уже ворожай, просто посмотрите на ворожая. Ну, ворожай сам себя хилит, ворожаю, как видите, пофиг. Ну, в общем, не знаю, ребят. Особо тестить смысла где-то его нету, этого героя, потому что пока на многих локациях есть ограничения. А вот на Архидемоне, если бы сняли ограничения, думаю, там бы этот герой вместе с ПБшкой очень круто бы зашел. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. У вас еще время есть до выходных. Всем удачи, всем пока.